Аленочка собирается на работу. Время бог знает сколько. Ну, часов 5, наверное, уже есть. И это все вот эти вот мои вещи. Прикольно, да? Это еще не все, потому что там ноутбук я еще не уложила. Ну, эти вещи, которые я одену. И здесь нет еще продуктов из холодильника. То, что в холодильник положить. А так, в принципе, нормально. Ну, та вот сумка там, где зеленая тетрадка, ежедневник. Там, в принципе, только постельная. Остальное разойдется по шкафчикам, где одежда, где что. Вот так вот. Зима, она такая штука. Летом, конечно же, берем вещей поменьше. Эстонию заметает у нас. Подцепились. И сегодня насыщенный день у меня был. Техосмотр прошла, прицеп подцепила. Короче, техосмотр на прицеп тоже прошла. Еще осталось загрузиться какими-то конструкциями, домиками на Норвегию. И дошуровать успеть до 9 на паром. Короче, вообще спать хочу, погода такая. Бывает местами так метет, что капец. Минус 1 градус, самая противная погода. Вот так. Вот и денечек прошел. Время уже 22:17. Впереди стоит вот это, где Киншрёд написано, Тимоха. Еще впереди Райва. А я встала за ними. Хотя заехала первая. Развернулась там, пошла. Не этот. Пришлось за ними встать. Сижу уже никакая. Спать, конечно, хочется. Сегодня столько дел переделано. Замерзла, как цуцик. Погода тут такая. Не этот. Вот эта дрянь вся то тает, то не тает. В общем, я сегодня как совраска побегала. Поносилась. Забрала трак, поехала в другое место, подцепила трейлер, поехала на техосмотр, потом на загрузку. Нас что-то там не загоняют еще. Короче, просто приехала, села в трак, даже не записала ни километраж, ничего, как приняла, сколько топлива. Такой день, говорю, сумасшедший, это билетики у меня там валяются с этим. А здесь у меня вот такой вот. Такая вот красота. Вот тоже, что я сегодня и говорю. Просто кинула, такси взяла. Довез меня этот парень до трака. Закинули вещи, там еще чемодан сверху. Во-первых, здесь грязюка несусветная. Коврики я все убрала, потому что меняли автономку полностью. И автономку, подшипники, поднимали кабину. Естественно, здесь лазили, ползали. Сейчас на выходных у меня будет уборочка. Большую работу, конечно, проделали, молодцы. Мне главное, чтобы приехать хорошо растаможиться, чтобы граница Ория не была закрыта, чтобы до воскресенья там не простоять, не прокуковать. Не знаю, сейчас попробую перевернуть камеру. Такая вот я сегодня уставшая, ребят, замученная. На руках здесь все писала. Сколько километров, сколько топлива осталось. На ходу все писала. Вообще кошмар. Быстрее бы уже нас загнали на паром. Мы покушали и легли спать. Наконец-то! Поехали отсюда. Наконец-то на паромчике. Что-то эти стоят, а нас завели. Хорошо. А чё вы моих пропустили? Ну, так не
честно же, а, ребята, я тоже устала. По чуть-чуть заводят. Блин, время уже 22:43, в 23 паром. Здесь чек-ин закрывается в 9, то есть не за час надо быть в этом Палдиске на пароме. Например, 23 там, 22 там прибыть. 22 там уже никого не будет, и сюда на территории никто не пропустит. Это грузовой паром. Это, конечно, не Таллинг, не Викинг. В этот раз у нас работа начинается не с круиза, а все вот так вот кавардаком. Таким кавардаком, что трындец, за один день столько дел переделать. Кавардак, как у меня в машине сейчас. Как будка. Давайте пустите, что не видите, что я тоже с ними, а? Эй! Сейчас команда получит. Давно я не была на этом пароме. Мне последний раз года... Два назад, наверное. Да, 2 года назад. Ну что, давай, сделай мне, махни рукой волшебный взмах. Звонит кому-то. Разрешение, что ли, спрашиваешь? Меня пусти, не пусти. Чуть мое сердце сейчас все эти только поедут. Разрешил ехать, который такой нервный был, всем смотрит. Этот один отвлеченный, что-то по легковушкам ходит, контролер. Ну хорошо, главное, чтобы меня мои мальчики подождали, я хочу одеяло с собой еще взять. Дорогой.
надо встать впритык, бывает, миллиметр в миллиметр, чтобы потом это, двери не открываешь. Еще темно, эти фонари отсвечивают. Эти там зеркала не снесу сейчас. Когда есть такие паромы, когда задом все? Пойдет? Все? Это мне свистнуло? Давай, давай. А еще? А как? Блин, свистите здесь. Он другому свистит. С твоей кабиной поравняться или что? Прямо, держи просто. Угу. Долбануть по арме транса. Все. Сейчас захожу. А бывают такие паромы, где задом заезжаешь вот в этот верх зимой. Это вообще не весело. Мне надо день рабочий. Доброе утро. Вот и прибыли мы в Стокгольм. Ой, Стокгольм, в Каперске. Вообще уже с головой. Поедем сейчас. Ставить это самое. Там такой вот, где машины едут, видите? Спуск, перегиб. Надо прямо ехать, чтобы машина прямо стояли. Потому что вчера Тим здесь выворачивал, паркуясь, а я вон зовет меня. Я немножко загнула. И походу я, может быть, раму ударила, не знаю. Или какой-то стук такой был. До границы почти. Не до границы.
дорога здесь хорошая, ни одной снежинки. Давно я здесь не была. С правой стороны. Здесь можно без навигатора, конечно, ехать. А ехать там долго. Через 300 метров покиньте перекресток с круговым движением на первом съезде. Ехать долго, часов. Ну, полный рабочий день, где-то 8 часов. Это с паузами, с таможнями, Раева говорит. Тим у нас отстал, там заправиться надо было. Не знаю, что он в Эстонии не заправился. Ты поленился, что ли? Ну, литров стоил, надо было ливануть. Хотел я к Андрюхе заехать. Раева тоже с ним хотел поговорить, с Андреем. Спрашивал, где он. Я туда координаты скинул. Он говорит, если мы, говорит, заедем, мы, говорит, не успеем. Он говорит, мне тоже, говорит, нужен. Я тоже, говорит, с ним хотела поговорить. Но придется, короче, вряд ли. Может быть, заедем, может нет, но вряд ли, потому что каждая минута драгоценная сегодня закроется. Может быть, получится так, то, что мы приедем, а там ККХ уже будет закрыто. Не знаю, там, может, оставят где-нибудь там в этом, в лотке, в почте мне документы, то, что растаможились. И сгонять в таможню, да, бежать уже этот самый в Норвегию. При другом плохом раскладе придется возвращаться в Швецию, ночевать. Там первый паркинг постоянно всегда забитый. Ну, я знаю, конечно, не только этот паркинг, а там такие шкеры, где встать. Там тупзики, конечно, есть. Их нет, этих паркингов в программе. Его так и называют, эстонский паркинг. В Тёкфорсе возле Макдональдса и там, где вот эти магазины, Ика, там стоять нельзя, там штрафуют, штрафы вешают. Но там недалеко есть такая шкера хорошая. Туда через никто не километр заедет. Покиньте перекресток с круговым движением на втором съезде. Если ты там этого не знаешь, и никто тебе никогда не показывал эту дорогу, и как бы могу заехать, никто туда левый, лишний не заедет. Я ни разу там не видела поляков, ни литовцев, никого, кроме эстонцев. Ну, наши-то его все знают. Через 400 метров покиньте перекресток с круговым движением на втором съезде. Вот. Одно соединение не хорошее. 12 километров. Одно соединение что-то болтается. Надо посмотреть. Почему так? Я сегодня только все прицепила, еще не вертела в руках, не смотрела. Что, как некогда было. Хотела заснять вчера весь процесс там. Как с дома выезжать, как на такси, как трак забирать, как прицеп подцепить. Как пройти техосмотр. Но я предполагаю, обстоятельства так располагают. Я просто так спешила, не успевала. Где-то в начале я час потеряла. Потом пока цепляла прицеп, там хоть на коньках катайся, гололед такой был.
еще потеряла время. Потеряла время. Ну, там я не сильно так много на этом, на техноюле, вот из техосмотре. И надо было уже нестись, а там уже темень и все такое, и я уставшая. И некогда было. И в трейлере в самом там, он же после ремонта, там и стойки варили, все-все, там много большую работу делали. Там, естественно, все ремни валяются, замки валяются. Я думаю, господи, как же я сейчас подам этот прицеп на загрузку в таком виде. Пока готовили документы в техноюрисе, то 10 минут было, я хоть что-то там, где-то что-то повесила, где замки повесила, где что, потому что, ну, лететь надо уже, там, думаю, сделаю, когда расщепляться буду, там уже все поубираю. А сейчас тоже получается 8 часов. Сегодня полный рабочий день, отъездим. Вот. Отъездим и тут кабину бы убрать.